со следующей участницей я с интересом общаюсь не только потому, что она очень талантлива, а потому что у нас с ней общая страсть – Норвегия. К выступлению готовится Шабнам из Азербайджана. Это, конечно, просто бомба, да, ее выступление с использованием уникального инструмента под названием кеманча, конечно, поразило нас в самое сердце. При этом ее харизма с большой буквы, понимаете, вот огромная, просто она, конечно, обволакивает. Для меня это как-то открылась нежная страница, потому что я была много раз в Азии, но такой большой проект в Азии я не была. Для меня это очень супер страница. Этот номер готовился в Норвегии, и вот я выбрала 5 песен, попризделала. Я жду вау, потому что я очень занималась, я продумала все на платье, на сцену. Я огромный проект, что меня мечтать? Конечно, первый я хочу стать, я хочу, чтобы прошла бы финал. Шабнам, а вы с кем приехали? С Точкой. Она в зале? Да. А где она? Не за. А, она там. Эля, ты можешь прийти? Вы серьезно? Вот это да! Она сказала, я тебе очень верю. Она мне как верит, как я. Думаю, есть. Она сейчас думает только обо мне. Даже она говорит, я не хочу, что ты не пошла бы третий месяц, не знаю, второй. Только первый я хочу от тебя. Шаби, салам! Шаби, привет! Я желаю тебе удачи, и я верю в твой талант и в твой потенциал. Верю, что ты победишь. Целую тебя, обнимаю и посылаю тебе свою любовь из Тбилиси. Я ожидала. Мы очень близкие подруги, очень. Уже годы я не вижу. Да, и мне очень приятно было. Это очень большой подарок мне. Спасибо вам. Думаю, я здесь не единственная фанатка звучания удивительного народного инструмента кеманча. Давайте снова услышим эти чарующие звуки. Gözü kara kız, tellerini yandara kız, haygaşı gözü kara.
Короче, сбой, мой, мой. Короче, сбой, мой. Короче, сбой, мой, мой. Короче, сбой, мой. Короче, сбой, мой, мой. Какой красивый, красочный номер. Нет слов описать эмоции. А, очень рада вас видеть на сцене. Ну как, Шабнам, все получилось? Да, я думаю, все получилось, как я надеялась. Я думала, было очень отлично. Спасибо вам за поддержку. Благодарю вам. Расында да бір көз тоятындай бір жақсы бір көрініс болды. Мен негізі өзім мынаны халық аспаптарын, я болмаса ән болсын, я болмаса би, өзім жақсы көрем. Настроение, вот эта ваша энергетика, она прям повлияла нас, зацепила нас. Спасибо вам. И вам тоже. Выступление Шабнам сегодня в полуфинале прошло именно так, как она нам обещала во время прослушиваний. Мы говорили о том, что Шабнам, нам хотелось бы побольше и того, и того. Я думаю, что и постановка, и та самая главная радость, с которой вы находились сегодня на сцене полуфинального выпуска, мне кажется, вот именно вот эта любовь, да, она передастся сегодня зрителям, вашим болельщикам. Очень благодарю. Вы очень красиво играете на команча, но еще и вы бесподобно поете. Нам тут сидеть и смотреть на это легко, а готовиться к этому номеру очень тяжело, еще и спеть. Вы совместили красивый танец, постановку номера, команча инструментально. Спасибо вам большое за шикарный номер. Очень благодарю. Спасибо, Шабнам. Спасибо. Очарование Альбени. Это несравненный вкус. Уникальная гармония шоколада, печенья и карамели. Очарование Альбени в его неповторимом вкусе.